Сегодня прошла репетиция концерта «Вива опера». Он состоится 28 января в Большом зале Ленинского мемориала. В рамках программы выступят солисты ведущих московских театров, лауреаты международных конкурсов Вита Васильева, сопрано, и Александр Клевич, тенор. Им будет аккомпанировать Ульяновский государственный академический симфонический оркестр губернаторский под управлением лауреата всероссийского конкурса Дмитрия Руссу. Вита Васильева – солистка московского ансамбля «Эрмитаж», выпускница аспирантуры Академии хорового искусства имени Попова. Ульяновским зрителям уже знакома. Она выступала здесь в прошлом концертном сезоне вместе с Ольгой Годуновой, вызвав горячие аплодисменты. По мнению критиков, молодая певица входит в число ведущих российских звезд мировой оперы. Она рассказала о программе, которую завтра услышат зрители. Основное направление, конечно, это любовная лирика, любовные дуэты. Первое отделение у нас классическое, это оперные хиты «Любовный напиток» Доницетти, это «Русалка» Дворжика, это «Паяцца» Ленкавала, вот, и другие. А второе отделение у нас яркое-яркое, это программы из оперетт, вот, неаполитанские песни, то, что любит публика, и надеюсь, что мы зажжем и настроение поднимем публике. Второй исполнитель – Александр Клевич, выпускник Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных. В свои 20 лет он является солистом Московского музыкального театра «Геликон опера». Можно сказать, в Ульяновске будет его первое сольное выступление. Александр признался, что оперой он занялся совсем недавно, в Гнесинском училище, и буквально влюбился в нее. Пел эстраду, там Киркорова, Витаса пел, то есть вот попсу. А потом, когда поступил уже в Гнесинку, там я познакомился с классической музыкой, с академическим вокалом, и как-то мне это все затянуло, вот это дело и раскрылось. Вот. И я решил уже посвятить себя конкретно пению. Вот. Но в то же время мне очень нравится и фортепиано, мне нравится и дирижирование. В общем, все, стараюсь охватить все. Некоторые произведения Вита с Александром исполнят дуэтом. Интересно, что до этого они вместе не выступали, так что в Ульяновске это будет впервые. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды».